продолжаем поиск шестеренки. Возьму зелье. Наверху ничего нет, можно не лазить. Вот и шестереночка, столь нужная. Здесь в темноте также есть вороньи травы. Вот эти лестницы забагованы, наверное, все знают, что герой срывается, нужно вот как только он встал на ноги, быстренько прыгать вперед, и вы спокойненько вылезете. Просто видел во многих прохождениях игры, люди довольно долго парятся здесь, делают несколько попыток, чтобы вылезти. На самом деле все довольно просто. Хотя это, конечно же, баг. За Гомеза! Я нашел шестеренку. О, отличная работа. Думаю, она как раз подойдет. Что ж, вернемся к твоей проблеме. Ты искал логово ползунов, да? Сходи к Асгану. Он откроет тебе ворота. Возможно, то, что ты ищешь, находится именно там. Скажи ему, все будет в порядке. Так он узнает, что я дал свое согласие. Могу осмотреть... Только... Да, похоже, ты прав. Это не... Идем к Асхану. Сейчас передадим привет от Яна. За Гомеза! Эй, Асхан, ты можешь открыть ворота? Я уже сказал, только с разрешения Яна. Асхан, все будет в порядке. И привет тебе от Яна. Ну, если Ян согласен за это отвечать. Но есть одно условие.
И что это за условия? Мне нужна помощь. 2-3 стражей будет достаточно. А то не хочется приветствовать всех этих ползунов в одиночестве. Сейчас приведем ему помощь. Да, кстати, сейчас вот скажем стражнику о шестеренке. Как я вижу, пресс уже в порядке. Отлично. Заставить работать — это мы умеем. Дай пройти. Всего есть 3 стража, которые могут пойти к воротам. Было время, все. Ты можешь мне помочь? Мне нужно добыть слюну ползунов для корголома. Я знаю, где находится логово этих тварей. Сможешь ли ты прикрыть меня? Логово ползунов. Наконец-то. Мой меч к твоим услугам. Да? Сейчас я спущусь вниз. И еще 2 стража находятся здесь внизу. Ты можешь? Мне нужно добыть слюну ползунов. Сможешь ли ты... Охота на ползунов без крови не обходится. Если бы у меня был целебный эликсир, я не задумываясь бы помог тебе. Вот, может быть, это поможет тебе. Благодарю. Можешь на меня положиться. Я подойду к вам. Я знаю... Мой меч к твоим услугам. Я пойду с тобой. Хорошо. Встретимся у большого прохода. Организовали стражу. Ну, сейчас я пропущу момент сбора. Продолжу на месте. Стражи подошли. Все готово. Пора атаковать логово. Загомеза! Теперь все готово. Можно открыть ворота. Давай, открывай. Представление начинается. Да. Ой, ранил случайно стража, но кажется, он не напал. Отправляемся вглубь. Можно вот немножко побегать по таким клоакам. Совсем чуть-чуть.
ползун провалился в скалу, и я не могу взять с него жвалы. Ну да ладно. Вот и королева ползунов, она статична, никуда не ходит. У нее очень мощная защита. Урон, в общем-то, тоже испытывать не рекомендую. Вот наша цель. Яйца. Здесь можно немного срезать путь. Если вот здесь вот спрыгнуть. Как раз и свет закончился. Пробудись. Я нашел логово королевы ползунов. Ты смел и силен духом. И ты сумел доказать это. Нам нужны такие люди, как ты. Да хранит. Пробудись. Я нашел. Отлично. Теперь иди в лагерь и расскажи об окончании своей миссии. Коргалом ждет тебя. На самом деле Коргалом нас не ждет. Если бы мы принадлежали к болотному лагерю, тогда да, он бы сделал нас стражем. И я от всего братства благодарен тебе. И пусть спящий хранит тебя. Да пробуди. Пропусти меня. Загомеза! Ползуны больше не будут угрожать рудокопам. Отличная новость. Надо сообщить это. Также вот, играя за новый лагерь, можно стать после уничтожения королевы ползунов наемником, ну и соответственно стражником за старый лагерь. То есть прямо сейчас мы уже можем стать стражником. Или именно то, ради чего и берег все эти очки обучения магом огня. Получу сейчас свой ящик пива заслуженный. Загомер. Я нашел логово ползунов. В шахте снова будет тихо и спокойно. Ладно, не обижайся. Ты хорошо поработал. Вот, возьми себе этот ящик пива. Это твоя награда. Могу только не. Если вы заметили, он дал нам. Мы получили 6 предметов. То есть сейчас, если зайти в магазин, то это. Никакой не ящик, а просто упаковочка пива. В ящике же поболее будет. Штук 20. Сейчас вот как раз от этого стражника Дрейка узнаем, что нас готовы принять. Эй!
Ты отлично расправился с ползунами. Думаю, теперь ты заслуживаешь должности стражника. Иди в старый лагерь и поговори с Торусом. До встречи. Да, принять в стражники. Сейчас я направлюсь прямиком в старый лагерь. Мы пришли в старый лагерь, вот этот привратник остановил нас, сказал, что Торус хочет поговорить с нами. И что он сам расскажет, что ему от нас нужно. Возможно. Загомет! Ты хотел мне что-то сказать? Да. То, что ты сделал в шахте, еще раз доказывает твою смелость, а также твою силу и умение драться. Я готов принять тебя в стражники. Это твой шанс. Что скажешь? Но мне по душе путь магии. Тогда тебе дорога к Каристо. Он учил Мильтона. Вижу, ты настроен серьезно. Если ты думаешь... Больше не хочу. Привет. Эту болтовню. Я подумал, что мне стоит доложить о своем приходе. Хорошо. Мне нужно знать все, что происходит вокруг. Им нужны яйца ползунов, чтобы получить особое зелье. С его помощью они хотят укрепить силу духа и вызвать спящего. Я добыл яйца у королевы ползунов. Интересно. Хотелось бы узнать, сработает ли все это. Отнеси яйца в храм. Пропусти! Чужие проблемы, не мое дело. Нельзя верить. Давай поговорим о чем-нибудь, друг. Мы слышали о твоих подвигах в старой шахте. Без ползунов добыча руды идет гораздо спокойнее. Каристо тоже слышал о тебе. Он хочет поговорить с тобой. Иди к нему. Увидимся. Ну, в следующей части мы принесем клятву огня и станем магами. Увидимся.